Нас никто не предупредил. Так произошедшее описывают владельцы гаражей в Риге на улице Крустпилс. Их собственность оказалась на пути строительства нового железнодорожного полотна Rail Baltica. Но вот узнали об этом люди случайно. Свернет ли дорога из-за преграды в 130 гаражей, узнала Анастасия Дьяконова. На данный момент мы имеем маршрут Rail Baltica, который нам пытаются представить как утвержденный, то есть который идет через территорию наших гаражей. Вот территорию, ну, гаражей. Вот, мы гараж. Вот территория наших гаражей. Мы предлагаем проектировщикам обойти наши гаражи рядом. Улица Крустпилс, 14А, 130 гаражей. Часть на земле Рижского самоуправления. Остальные – собственность владельцев гаражей. Когда-то их строили сами, а теперь узнают. Все пойдет под снос из-за новой железной дороги. Изначально пришел какой-то парень. Я здесь находился в выходной день. А он с линейкой, ну этот, как это, геодезист. Ходил, а я его папу или как-то давно знаком. Я говорю, что ты, Норман, сделаешь? Он говорит, а я обмеряю. Я говорю, для чего? А через вас пойдет какая-то железная дорога. И все. В кооперативе начали выяснять, где и как должна пройти железная дорога. И оказалось, по словам владельцев гаражей, изначально дорогу должны были поднять над гаражами, на эстакаду. Потом все изменилось. Гаражи пойдут под снос. Наш вариант проходит по абсолютно пустой территории, заросшей, но пустой. А мы здесь все собственники, и никто нас письменно не предупреждал. В итоге владельцы гаражей решили предложить свой вариант прохождения железной дороги. Он пересекает ближайший пустырь и частную землю с другой стороны дороги. Там стоит многолетний недострой. И в кооперативе говорят, неужели лучше снести гаражи, чем это? Задали следующий вопрос. Почему же мы предложены этот вариант, не рассмотрен и не учтен? Человек ответил, что мы не рассматривали ваш проект, потому что он не позволит развить планируемую скорость 80 километров. Попросили, пожалуйста, предоставьте экономическое обоснование. Техническое обоснование. Нет, такого обоснования у нас нету, потому что мы никаких подобных проверок не осуществляли, не делали. Впрочем, аргументов и у второй стороны разработчика проекта немало. Во-первых, поезд не сможет развивать необходимую скорость – 80 км в час на участке, который предложили владельцы гаражей. Причина – слишком острый угол поворота. Конструкция, которую они предлагают, она технически можем это сделать, но мы тоже пересчитали, что она нам значительно дороже, чем тот вариант, с которым мы который утвержден в комитете министров. На 5 миллионов евро дороже, если быть точным. Но есть и правила, которые нужно соблюдать при строительстве нового полотна. Например, держаться как можно ближе к нынешнему железнодорожному коридору. И вариант разработчика этим правилам соответствует. Это как бы еще не тот этап проекта, когда разговаривать о конкретном числе гаражей, которых надо будет сносить. Это мы выясним, когда мы начнем уже работать с заданием технического проекта и с конкретными владельцами этого участка. Процесс отчуждения необходимых участков планируют начать уже в конце этого года. Анастасия Дьяконова, Кришиан Слейт, Латвийское телевидение.